Привет! Слушайте, все спрашивают, что у вас здесь стоит ободранное. В общем, это наш холодильник, который мы перевезем скоро. Надеемся, в наш дом. Вот. И поэтому он здесь стоит, потому что его пока деть некуда. Он очень хороший, встроенный должен быть мебель. Вот. И продавать его очень жалко. Он новый. А вот Дашенька, которая сегодня... Даша у нас поступила в школу танцевальную, в серьезную. И сегодня она едет на первое занятие. Мы все волнуемся, переживаем. Да, Даш? Ты переживаешь? Да. Мама пока ботинки обувает здесь полчаса. Едем мы на метро, потому что неудобно ездить по центру, на самом деле, на своем транспорте. Все. Даша поделится своими впечатлениями потом. Даша, по лужам не ходи, пожалуйста. На улице все тает. Капель какая-то. Январь месяц. Очень тепло. Что? Февраля? Да, кстати, скоро у Даши день рождения. Я ей хочу устроить сюрприз. Но не говорю пока какой. Расскажу потом предысторию. Что? Февраль? Когда ты научишься хорошо говорить. Как правильно февраль? Молодец. Научишься, тогда и будет февраль. Вот. В общем, мы поехали. Тепло вообще. Я иду в пуховике, сейчас покажу. И думаю, нафига я шапку надела? Что, на телефон еще не сел? Я сюда хочу телефон. Мы уже приехали на наши танцы, но здесь территория российского. Здесь, кстати, много разных танцевальных кружков, и балетная школа, и еще какой-то есть. Но здесь территория российского космических каких-то систем, российских космических систем. И поэтому проходить очень-очень долго, с своими паспортами и документами. Ну что, слушай. Смотрите, какие здания старые. Там никто не живет, заброшены. Я люблю такие территории. И в них, кстати, всегда какие-то тусовочные места на таких территориях. И снимать, наверное, здесь нельзя. Ну ладно. Но в студии не так все страшно, как здесь. На самом деле. Паленький любимый лифт. Поль, да? Поль. Да ладно, ты чё? Да, вот тут у нас было прослушивание, мы приехали в студию. Раздевал. Пока никого нет. Давайте, раздевайтесь. Ну что, ты готова, девочка моя? Да. Ну, пойдем. Что еще я купила? Ты не бед. Ну, вы пообедали, я не успела. Ты же пообедала? Я не успела. Тарелочка. Это как будто я знаю, что там, мам? Мясо. Мам! Даша без челки. За кого? Нет, слаживай. Ти нет, буковки АК, У. АУ. Плохо протянула, еще раз. АУ. Дальше. УА. Угу. Вот это прочитай. Это? Угу. Аму. Молодец. Умы. Угу. А. Нет,
соединяй. Поближе только к стенке. Поближе к стенке. Полин, поближе к стенке. Посмотри, как они здесь. Да, носки у тебя уже чистые. Ну, молодец, видишь? Получилось. Да. Поближе к стенке. Да, поближе. Давай, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось, давай. Вот, и закрепись, и постой так, давай. Ну, молодец. Давай, становись хорошо. Вот и стой так. Руку тебе не даю. У меня пакеты в руках. В другом телефон сейчас там. Все, мы уже идем назад. Дашка сказала, было сложно. Но получила 5. Что? Да. Доброе утро. У нас суббота, 8 утра. Полина причесывается, Даша тоже одевается. Сеня вот так вот уснул здесь. Полинка едет на осмотр новой гимнастики, на пробы. Будем смотреть, а Дашенька с Маркой везет на танцы. А то мне не понравится. А вдруг тебе не понравится? То на другого поедем. Да ладно, все время ездить будем, да? ЦСКА точно. Девушка, у меня для вас флаер есть. Спасибо. Приходите к нам в гости. Спасибо. Дети, видите, Дед Мороз еще не уехал. Мы идем в музей. Как всегда, выходной день. Арсюш, не надо трогать. Выходной день, но машин очень много. И припарковаться негде, поэтому едем на троллейбусе. Там всего 2 остановки, 3. В общем, мы вышли на станции метро Китай-город. Смотрите, какие здесь остановки классные сделали. Я даже не видела. Что? Проехали буквально, ну, минут 10 от дома на троллейбусе, потому что, ну, здесь не припарковаться в выходной день, или парковки безумно дорогие, что там. Ну вообще, мы даже пешком нам здесь недалеко дойти, вот так вот только, вот туда, если идти, нам пешком до дома через мост. Иди сюда, быстрее давай руку. Но мы решили поехать на троллейбусе, потому что мама решила, и короче, я подумала, и мы решили. Сейчас мы переходим. Вот ребенок-то, а! И сейчас мы идем в сторону вот в ту. Блин, все, убираю. Телефон, а то снег хватит. Даша, ты чего умираешь? Где ты ела? Столовая священная. Столовая священная, это да. В смысле церкви, где-то где там был обед какой-то, да? Да. А впереди Красная площадь. Что такое? Ну катись. Нет, ты просто падаешь. Арсюш, ты сейчас будешь полностью мокрый, Сень. Москва была деревянная, да? Мы зашли в музей, старый английский двор. Вот Москва была, Арсюш, послушай меня, деревянная,
И были частые пожары, очень часто. И здесь хранились продовольственные товары. Подклеть, это называется подклет. Ты понял? Давайте, пишите, что? Мед. Конечно, настоящий. Только не надо подходить и трогать. Икра, видишь, черная там. Мама, у тебя есть что-то? Нет, точно. Кажется, что не активный. Я представляю, если бы такие лестницы были до сих пор в домах, как бы мы попы накачали. Потом вообще идем в казанную палату. Дарья, привет. Из казанных палат. Так, ну и читай вопрос, Лер. Из старинной карты в сенях казанные палаты. Ой, татар синий. Какой-то вопрос. Да, это шестой. Написали? Следующий вопрос. Нет. Построено во второй половине 16-го, 1-й половины 17 века. Ну. Сохранившихся широких оконных проемах относится... Ты мне про него прочитай. Столетию. Про него прочитай. Мам, подожди. Сейчас. Севера... Хотел сказать, что мы так вовремя сходили в этот музей, мы пришли, и после нас сразу пришла группа. Свет выключили везде, потому что они там с каким-то с темнотой пошли, идут. Ой, какая здесь красота, дети, посмотрите, ну какая красота. Я люблю. Нет, Арсюш, скатываться не надо, ты же мокрый будешь. Зачем тебе? Его буду по дороге пинать. Так, сейчас мы посмотрим, как мы поедем назад. Как и обещала, да, что в церковной лавке. И эти взяли пирожки разные все. И две бутылки лимонада. Что ты? Я сейчас открою пустын. Так ничего моя не брать. Сень, ну аккуратно. Все, складывай. Нашу палаточку присядем. А, да, ой, точно, в палаточку присядем, давай. Повезло, там, когда дальше были в этом, ну, не помню, где-то в Арсене футбол там был, в Сочи, она уронила телефон, у нее вот эта камера разбилась. В Сочи уже, да? Вкусно? Угу, расскажи о своем репертуаре, да? Стакан лимонада вылила. Мама, я жадина. Арсений жадина. Ты жадина? Мама, тебе купить такой же пирожок? Нет. Нам мама, такой. Ваши пирожки толстые станут. Мам, да. Я только могу откусить пирожок. Мы уже бежим домой.